Добрый день, друзья! Сегодняшний обзор будет на весенне-летнюю коллекцию кроссовок для женщин. Кроссовки женские Абель. Вот так они выглядят. Две расцветки. Голубой и цвет шалфей. Размерный ряд у них идет с 35 по 41. Текстильные. Выполнены по технологии бесшовного вывязывания деталей вверх, без подкладки. Итак, что у нас здесь есть? Стелька текстильная, подошва ПВХ гнущаяся, вверх тоже текстиль. Итак, посмотрим, как идут кроссовки. Кроссовки идут вот в таком пластиковом мешочке. Здесь все написано. Размер у меня 38 размер. Цвет шалфей я взяла. То есть он такой универсальный цвет. Красивый, не яркий. Для повседневной носки под любой цвет одежды подходит. Здесь написано. Кроссовки от Faberlic. Очень удобно, что есть ручка. Например, если заказы забираете в пунктах выдачи и там картонную коробку оставляете, то можно вот взять и нести. Собственно говоря, очень удобно. Давайте их и посмотрим. Вот так они выглядят. Вверх, как видите, здесь есть специальные фиксаторы, чтобы они не теряли форму и пригодится, например, для дальнейшего хранения. Вот такая подошва. Вверх тканый, то есть это материал мягкий, продуваемый, то есть воздухопроницаемый материал на лето, на весну хорошо. То есть кожа ног будет дышать, несмотря на то, что они вот такие плотненькие, глубокенькие. Здесь резинка. То есть, видите, вход в кроссовки удобный. Взял, растянул, и вот, собственно говоря, нога и входит. Здесь написан размер, и здесь тоже наклеен размерчик. Ну, можно оторвать, можно его оставить. Он, в принципе, роли вообще никакой не играет. Ну вот, собственно говоря, я и оторвала его сразу. Вот, на подошве тоже написан Faberlic. На шнуровке. Шнуровку можете шнуровать, можете нет подтягивать. То есть это на любителя, на усмотрение. Так, у меня 38 размер. Здесь резиночка, язычок. Очень удобные. На ноге очень удобные. Вот, а нога, скажем, сразу спит. Действительно удобно в них ходить. Вот такой обзор. Сейчас померяю на себе, покажу, как они, собственно говоря, на ноге, не на картинке, а на ноге у человека выглядят. Очень удобно обуваются. То есть вот я взяла, согнула пяточку, достала аккуратненько язычок и все. Шикарно. Шикарно ведут себя на ноге, очень даже приятный. Так, меряем второй кроссовочек. На повседневку вообще замечательные. Посмотрите, какая прелесть. Нога в них просто спит. Удобная подошва. В общем, ножкам очень даже приятно и хорошо в этих кроссовочках повседневно бегать. Замечательно.